Привет, детишки! Хрю-хрю! Сегодня я вам покажу набор для того, чтобы научиться резать овощи. Открываем его. Достаем досточку, на которой резать овощи. Достаем овощи по очереди. Это у нас помидорчик. Берем ножик и раз. Вот помидорчик порезали, ура! Достаем хлебушек. Раз, хлебушек. Вот порезали хлебушек. Вот так. Достаем морковочку. Берем морковочку и раз. Режем. Вот порезали морковочку. Достаем свеклу. Свеклу режем. Вот порезали свеколку. Достаем грушу, режем. Вот порезали грушку. Что тут у нас? Достаем еще баклажан синенький, режем. Вот порезали. Все овощи мы порезали. А теперь давайте обратно соберем их. Обратно соберем баклажанчик. Раз. Так, оп, и в корзинку. Морковочку, помидорчик, хлеб теперь собираем, хлеб собираем. Вот, готово. И все в коробочку складываем. Вот так вот мы научились резать овощи, хлеб и фрукты.